Всем огромный привет! Сегодняшнее видео – это маленький обзор на коляску Пек Перейга Бук. Я знаю, что очень многие мои подписчики, друзья хотели увидеть обзор на эту коляску, мое мнение. И я уже почти 2 месяца откатав на этой коляске, поняла теперь полноценно, какое мнение у меня о ней сложилось и стоит ли ее покупать. И забегая вперед, хочу сказать, что да, эта коляска идеальная для меня и в ней нет никаких минусов. Спешу поделиться с вами своим обзором и своим мнением о коляске Пек Перейга Бук. Все, продолжайте смотреть. Моя коляска выполнена в черном цвете, у нее очень большой капюшон, она очень проста в обращении, все интуитивно, легко и просто. Очень удобно откидывается ручкой перед ребенком, это удобно, когда вы его сажаете или вытаскиваете из коляски. Подножка выполнена из эко-кожи. Это очень практично, на мой взгляд, пока я еще не смогла этого оценить в полной мере, потому что мой ребеночек еще не ходит. Тем не менее, я уже заведомо уверена в том, что это очень удобно чистить после грязных ботиночек. Также сама по себе фурнитура и стиль коляски, в котором она выполнена, мне по душе. Все снимается, весь текстиль, его можно снять очень легко и почистить или постирать. Для того, чтобы установить автокресло, нужно вот таким образом коляску разложить и установить автокресло по направлению движения или лицом к себе. Багажник тоже очень удобный, очень большой, вместительный. Это очень важно для меня, поскольку я хожу в магазин за продуктами чаще всего вместе с ребенком. Складывается коляска одной рукой, раскладывается она тоже одной рукой. С этим нет никаких проблем, она очень легкая, маневренная. Самый большой плюс этой коляски – это ее ручка. Ручка рассчитана на то, что вы будете управлять коляской одной рукой. Для меня это очень актуально, потому что у меня либо телефон, либо ребенок, либо сумка в руке. Чаще всего получается именно так. Что вы узнали все о коляске, что хотели вы о ней узнать. И до скорых встреч! Пока-пока! Пока!